Здравствуйте, друзья, это skustor.ru и испытание вот такой вот мельницы для специй, которую я купил на Wildberries. Для этого пользовался вот этой. Сейчас покажу, как это работает. То есть где-то вот видите по количеству перца, как приходит. Теперь как работает новая. Замучаешься этот перец оттуда доставать. Точнее, молоть. Что-то слабенько, не очень я ей доволен. Вот, ну как-то так. Спасибо за внимание.